У нас Skoda Octavia Tour с двигателем 1.9 TDI, самый простой, но суть в чем, что необходимо поменять терморегулятор, зима на улице, ну вот такая еще мороз, и двигатель не нагревается, даже в поездке до 90 градусов, только если стою в пробке. Нужно поменять термостат, но есть проблема, нужно снимать защиту двигателя, а на тяжелые снимать не хочется, поэтому принято решение слить нетрадиционным способом. Смотрите, я подсоединил к обратке охлаждающей жидкости трубку, включил двигатель, ну из нее понятно, что пошла жидкость, трубка заполнилась, вот сюда она стекает после того, как освободил весь бачок. Я заглушил двигатель и теперь потихонечку, очень потихонечку, сейчас покажу, насколько, ну вот совсем потихонечку стекает. Если она будет течь и дальше, то в принципе сольется какое-то количество жидкости для того, чтобы я смог открутить вот этот патрубок и заменить термостат. Ну и сейчас мы посмотрим, чем все закончится, получится ли у меня обмануть и пойти этим путем. Ну, значит, с одного этапа у меня не получилось, пришлось сделать второй этап, и я вот сейчас дополнительно сливаю немножко с другого места. Сейчас вот, ой, сливается, как вы видите, да? И уже слилось много. Значит, что я сделал? Снял вот этот патрубок для того, чтобы снять вот шланг с бачка. Я его вытащил, отсоединил и вытащил вот сюда. Просто вытащил, продлил трубкой, а потом взял вот в эту трубку, которая обратка, подул. Давлением выдавил туда жидкость. И она начала стекать сюда. Ну и, собственно, смотрите, вылилось вот столько жидкости. Сейчас мы проверим, достаточно этого или нет. Вот здесь открываем и смотрим. Еще есть. Значит, надо еще сливать. Сейчас будем продолжать сливать жидкость. Значит, третьим этапом я слил немного жидкости, которая была в этой трубке, и она тут и оставалась, хотя тут уже слилось достаточно много. Ну вот в трубке еще оставалось. Я вырезал из бутылки дно, вырезал, вставил туда, подставил под шланг, и просто когда вытащил из шланга немного, ну я не знаю, пол-литра жидкости еще вылилось. Все. Теперь я сейчас достану, убираю шланг, откручиваю шестигранником корпус, где стоит сам термостат, и поменяю термостат. Ну а это я сейчас вытащу. Ну вот такой конструкции получилось у меня. Два выреза под шлангочки, одну и другую. Тут больше, там меньше. И вот второй раз. Один раз только я вытащил, и второй раз. Ну, в целом около пол-литра. Ну, сейчас буду откручивать уже сам термостат. Жидкость спасена. Поддон откручивать не пришлось, собственно, к этому я и стремился. Ну, а сейчас будем откручивать. Ну, а когда вы открутили, уже тут уже все стандартно.
снимаем этот патрубок. Дальше идет резинка. Ее нужно снять. Она держит, запрессовалась и держит термостат. Ну и вытаскиваем термостат. Работает он или нет, тут сложный вопрос. В любом случае я уже меняю. Менять буду теперь уже в обратной последовательности. Я взял мили. Ну или мил, не знаю, как оно звучит. Ну и вставляем. Единственное, что там сейчас хорошо тряпочкой почищу. Она не ржавая, просто тряпочкой. И ставлю вместо... И, конечно же, резиночку нужно ставить новую. Поэтому, как видите, что даже вот с определенными сложностями по сливу, но конечно, если у вас нет поддона, вы просто краник внизу откручиваете, сливаете жидкость, и все. И вот у вас есть возможность сразу поменять термостат. Проблем никаких нет. Собираю в обратной последовательности, вставляю, закручиваю, патрубки на место, и потом заливаю всю жидкость, которая у меня вот здесь чистая, пока менять ее не планирую. Подписывайтесь на канал. Вы увидите, что своими руками можно делать многое. Это важно для вас, потому что если вы делаете аккуратно, то вы сделаете лучше даже, чем на СТО, потому что никто не будет аккуратно относиться к вашему автомобилю. Увидимся на канале. Всего доброго.